Покажу вам, друзья, штуку классную. 2 минуты? Вот, да. Вкусная? Ну, сладенькая. Такая, как желатина сладкая. Что, лайфхаки не работают с интернетом, что ли? Друзья, всем доброе, добрейшее утро. У нас начинается утро, начинается новый день. Решил показать вам, какой чудесный завтрак сегодня сделали. Юля, это у нас да, яичница. Вот такой у меня круассан, у нее просто черный хлеб. И до сих пор еще доедаем. Доедает, да, Юля. Как раз таки авокадо, безумно вкусный, просто балийский авокадо. И она купила натуральное молоко, ореховое, да. И было вкусно его. Натуральное, я сказала слово. Ну, не знаю, сколько натуральное. Но все это мы обязательно разберемся. Друзья, у нас сегодня будет действительно такой очень насыщенный день. Много важных дел. В общем, проведем его вместе, скажем так. Ну, а для начала я попрошу вас подписаться, поставить колокольчик или же написать комментарий. Для меня это очень важно. Все, друзья, погнали в новый день. Смотрите, друзья, какая красота, уже все распускается. Такая настоящая весна. Еще вчера у нас снег был здесь, как вы видели. Сегодня уже все, совсем другая погодка. Я даже оделся, думаю, не слишком ли холодно, выхожу, тепло, жарко, замечательно. Рассказываю планы у нас какие сегодня. Мы, дело в том, что, ну, коли я вас уже посвящаю, что называется, в свою жизнь, побольше буду рассказывать, что как есть. У нас начинается активнейшая подготовка к сезону. Мы, конечно же, немного затянули из-за поездки на Бали. Понятно, что начали позже, чем необходимо это делать все-таки. Вот. И сейчас у нас начинаются такие небольшие, скажем так, косметические, но недешевые доработки. В частности, у нас возникла замечательная идея укладки тротуарной плитки, поэтому мы сейчас будем активно этим заниматься. Мы сейчас поедем и надеюсь, что внесем предоплату, и уже как бы ее на заводе начнут изготавливать. Вот как-то так. В общем, погнали по делам, после чего я надеюсь, что обязательно посмотрим на красивые места Симферополя, потому что погодка так и шепчет, говорит: Никита, погуляй, погуляй хотя бы немного с Юлей. Ой, Юля, Юля, это тебе не по Бали лазить, да? Это мы в магазин ездили, плитку покупали. Да. Ну, мы не магазин, мы прям на завод поехали, на карьер. Вот. Ну, все, как бы, предоплату внесли. Надеюсь, что быстро нам все дадут. Сегодня она будет напечатана, эта плитка. Сегодня, да, сегодня. Пару дней отстаивается, потом она заворачивается. То есть, через неделю мы ее спокойно можем забирать. Надеюсь, будет хорошо, поэтому приезжайте и оценивайте, понравится вам, не понравится. Вот. Ну, теперь у нас есть пункт номер 2. Сейчас тоже расскажем, какой. Симферополь просто, друзья, расцвел. Мы параллельно занимаясь делами, решили, что все-таки нам нужно купить немного овощей, поэтому приехали на легендарный привоз симферопольский. Огромный это оптовый рынок, который специализируется, скажем так, на, в общем, на всем свежем. На овощах, на фруктах, на таком. Я сельхоз. Я люблю, когда хорошая погода приезжать. Когда тут холодно, там снег. Вот близко снимать. Да я чтобы слышно было, снег, даже ветер. Снег, дождь, я уже готова в Ашане купить. 2 раза дороже, если сюда не ехать. Ну да. Что здесь холодно, мерзко, когда хорошая погода. Приятно походить, повыбирать. Да. Но это тоже все Юли возрастные ограничения, изменения, не ограничения. Раньше Юля вообще не любила на рынке ездить, а теперь нормально. Ну, а где наша сумка, нет? Я не брала. Без сумки? Пакетиков сюда. А, отлично, это же не Бали, да. Тут цена нормальная.
Да, цена ниже, чем везде. Ну, это, в принципе, топовый рынок, да, Крыма считается. А если еще ниже хотите, едьте в сторону Степного Крыма, там можно оптом так дешево все купить, что обалдеть. Сейчас я вам немного расскажу по ценам. Ну, вот огурчик я вижу 90, например. Картошечка 35, бананчики 150, огурчики 120 обычные. Вон, помело 85. Килограмм, да. 150 килограмм? Ну вот. Видишь как? Да, вот так вот. Клубника 300 рублей килограмм. 300 рублей килограмм клубника. Круто. Редисочка, друзья, по 100 рублей за килограмм. Вот здесь помыло по 120 тоже. Помидорчики по 140, 150. Отличная цена вообще. Вот на привозе приятно всегда находиться из-за цен. Ну что, да, Юль, выбрала? Сейчас смотрю. Ладно, тогда будем тоже смотреть на продукцию, а не на Юлю. Все. Смотрите, вот огурчики хорошие какие по 150. А вон тоже есть огурцы с помидоры. Помидоры тоже 150, 140. Редиска красивейшая по 100 рублей какая. О, здесь тоже чили вон. Иду. Посмотрите, какие цены на яблоки классные. По 35 самые дешевые, я смотрю, по 40 есть вот Фуджи, Семеренко. А в Ашане самые дешевые, там меньше 100 даже не подходи. А тут супер. Чеснок уже свежий, все пошло. Что еще у нас хорошего есть? Не, мы в Ашане, да. Так, авокадики. Короткий разбор покупочек, друзья. Редиска, киви, помидоры, айсберг, ананас, огурцы, яблоки. Общая сумма, говори. 929. 929 рублей. 300, айсберг 100. Ну вот видите, да, ананас из них, считайте, третий потянул. Ну, я считаю, очень приемлемая цена снова-таки. Тем более мы, вернувшись с Бали, поняли, что у нас цены вообще шикардос. Мы, чтобы вы поняли... Ананасы маленькие покупали там, да? Больше, ну, 150 рублей, да? Больше доллара. А почем клубника за два у вас? Маленьких. Ага. Клубника очень красивая, хорошая. Черника, голубика всякая, ежевика. О! Ну, мы вот уже, видите, набрали. Начинается ажиотаж, друзья, на клубничку. Мы думаем, надо же взять. И вот теперь мы ищем по лучшей цене. Ну, конечно, она будет еще такая, не очень. Ну, смотрите, по ценам. Есть по 300 рублей, есть по, видите, больше 1000, есть по 500 рублей. Это за килограмм. То есть разница очень большая. Вкусная? Ну, сладенькая. Не такая, как бывает, сильно сладкая. Ну, нормальная. Для ранней нормальная, да? Угу. Отлично. Давай возьмем. Давай. Собрать вам тоже или готовый раз? Или за топу тогда взять. Чудесный наш обед, друзья. Посмотрите, какой Юля молодец приготовила. Бульон, яйца. Также у нас есть хлеб. Салат. Вот. Салат, да. Вообще здорово, все и круто. Еще бы у нас так работа хорошо шла. А то у нас пока пробуксовываем мы немного. Вот. Ну, хотя бы мы сегодня плитку заказали. Вы видели. На заводе были, плитку заказали. И то главное. Это уже важно. У нас тут небольшое ЧП случилось. Маслице пропало, да? Да, вот. Хорошо, вот чуть-чуть тут было. Чуть-чуть масла. А на бутылке не пропало, а с пластика. Да, а с пластиковой. Это вот оливковое масло, домашнее, представляете, итальянское. Ну, это вот чуть-чуть больше. Да, ну, чуть-чуть пропало, чуть не жалко, конечно. Не, но все равно я удивилась. Ну да, удивительно. Но из-за того, что это натуральное... Да. И оно прям как бы никак не... Ну, вы поняли, просто оливочку взяли, отжали и все. Вот так вот бывает, оказывается. Я не подумала, наверное, может, в холодильнике надо было выдержать.
Вроде как нет, кажется, это же масло. Странно. О, а я только что задел штаны после этого масла. Жесть. Вот, вот это уже точно ЧП начинается. Надо быстро влажную салфетку, срочно, срочно. Идем с Юлей по чудесному весеннему Симферопольскому парку. Еще вчера у нас летал снежок, видео увидели, а сегодня днем супер погода, вечером не менее хорошая погода. Друзья. Вообще мы... О, камера переключила вообще по-другому. Стало видно, давайте обратно лучше верну. Себя тогда не буду показывать, только Юлю. Угу. Вообще мы идем на ужин с Юлей. Вот с друзьями сейчас встретимся. В Чайхану. В Чайхану, да. Мы там впервые не были никогда, кстати. Будем действительно есть в... Как-то Павлин-Мавлин, Павлин, да. Давно это заведение работает уже, много лет. Да, очень давно. Мы это впервые. Просто франшиза. И получается, что есть не только в Симферополе оно. Вот в чем его фишка. И мы решили, зачем ехать до него, если можно прогуляться. Вот тем более классная погодка. Я думаю, вы с нами абсолютно согласны, друзья. Вообще обалденно. Мы с Юлей все думали, может, собаку себе завести. Честно говоря, какая-то, когда такая погода, то думаешь, да, на самом деле, классная идейка. Но если прохладненько, тут как бы... Хорошо то, что это, в принципе, мотивация, да, мотивация вставать и ходить. А знаешь, какие все эти картинки, типа, собачники, то, что они страхуют. Ага. А типа, и моя собака такой, в 10 утра лежишь с собакой, ага. Никто никуда не хочет идти. Да, пописала она на диван, и никуда идти не надо, да? Может, вышла так она на 2 минуты и такая, все, домой. Ну да, вообще, раз отпустила и вышла такие. Сама по себе, да и все. Вот это, мне кажется, идеальный вариант на самом деле. Так, подводим коротко итоги дня продуктивного. Рассказываем. Во-первых, мы с Юлей, как уже вам озвучили, купили плитку. Вот, купили, заказали, скажем так. Она еще не у нас. Вот, я обалдел, что доставка плитки тоже, мягко говоря. Да, не дешевая. Удовольствие не дешевое. Ну, чтобы вы понимали, сюда с Симферополя, ну, с Симферополя в Солнечногорск, это порядка 70 километров, нам обойдется доставка ориентировочно 25 тысяч рублей. Вот. Вот, не знаю, дорого-дешево это. Ну, будем смотреть, обязательно еще цены сравним. Ну, понятно, что это плитка, там нужен манипулятор и так далее. Ну, и кроме того, мы сегодня, в принципе... Запустили мыслительный процесс важный. Мы примерно понимаем, что нам еще нужно. У нас просто еще второй ингредиент, который мы хотим подготовить к сезону. Вот обязательно попозже расскажу о нем. Но, в общем, пока только плитка у нас есть, скажем так. Вообще чудесно, конечно. Идем вечером. Классно. Мне прямо нравится. Полегче, ребята, мы уже дома, и Юля почистила ананасик, клубничка тоже. А ты мыла, да, ее клубнику? Нет. Нет? Нет, не мыла. А я думал, помыла, из-за этого она начала портиться. Нет. Надо ее сегодня съесть. Сейчас попробую. Съесть. Я просто не знаю, я шпинат добавила, маракуйю, банан, ананас. Сколько по граммовке, поэтому я наугад. А клубнику? Лед не будешь добавлять? Я не знаю. Ты ж хозяйка в доме. Что, у хозяйки нет льда, что ли, даже? Ну что это такое? Сейчас попробуем. Я 20 килограмм не добавляла. Я же первый раз делаю. Да, они, кстати, добавляют на Бали воду. Сладкую воду добавляют вместо сахара. Лед добавляют. Да, некоторые... Нет, да, нет. Некоторые добавляют молоко, чтобы баловать. Нет, да. Мороженое можно добавить. Ну не знаю, я думала, молоко добавить или не надо.
Просто... Не, ну ты сама думай, я тут не специалист в этом. Ты попробуй, главное, что тебе понравится, нет. Ну. Какая она по консистенции? Консистенция. Ну, такая нормальная, да? Густенькая, да. Ну, чуть-чуть воды как будто, давайте все. Ну, смотри, с... я не знаю, ты смотри сама. Там все. Я же не специалист. Первый раз. Я пробую. Ну, да. Надя, на пробу, да? Ой, не, пробуй, я же снимаю. Неудобно. Нормально? Пюре? Или пить можно? Ну да, пюре больше. Ну все тогда. Ну вкусно. Вкусно? Это еще у нас апельсины, киви не добавляла, яблоко. А что добавила? Ананас, шпинат? Маракуйя, а, маракуйя, банан. А, банан. Ну да, конечно, надо больше таким пирожечки быть. Можем еще ананаса лупануть. Угу. Да. Смотри сама. Надо вообще немного добавить. Угу. Стучок. Вот так вот. Если так посчитать, то, друзья, получается, арифметика простая. Здоровый образ жизни вести дороже, чем нездоровый. Бутылка пива. Ну да, я просто думал, как обозначить этот хмельной напиточек. Думаю, дешевле стоит, нежели коктейль. О, что теперь делать? Я просто подумал, ну, на камеру я мог бы сейчас этого не делать. Ну, честно, у нас чистый пол. Вот. Поэтому, а что тут такого? Как мне кажется. Сейчас 5 минут буду снимать, как оно сбивается. Ага. Готово? Великолепно. Все. Сейчас попробуем это катить. Вот, все видно, вода хорошо осталась. Жиденькая, отлично. Наливаем. Наливаем, выпиваем. Хорошо. Угу. Чуть-чуть есть ананаса. Надо еще сделать? Угу. Я же весь ананас кидала. Понятно, все. Серединка. Почти 51 кусочек был у меня. Покажу вам, друзья, штуку классную. Что можно делать с хвостами от ананаса. Мы подглядели там как раз таки. Вот просто высадился. Посмотрим, выживет, не выживет. Такой достаточно, ну, не самый зеленый он был, конечно, хвостик этот, но... Вот здесь литр... А, ну да, слушай, это пол-литра... Нет, там не было литра, Юля. Не было? Не было. Ну, это пол-литровые стаканы, мы знаем. Ровно вот бутылки пробовали, выливали туда, а там ровно по 0,5. Не тут видно. Не, просто тут 0,5, 1, 1,5, 2... А, вот литр. Вот литр, да. Я думаю, это ты не то смотришь, наверное. Значит, скорее всего. Ну, посмотрите, какая структура вообще великолепная. Возьму себе поменьше, чтобы... Получился. Чтобы... Посмотрите, да, как красиво. Так как смузи-бол какой-то даже уже больше. Ну, нам так с льдом сбить, гранолу засыпать, угу. Кокосы, да. И все, смузи-бол. Очень крутая штука, на самом деле, смузи-бол. Тем более, сейчас сезон клубники. Можете говорить, что я ем не клубнику толченую, а смузи-бол. Реально вкусно. Банан, стружку, еще что-то такое добавить. Просто для красоты, как минимум. И уже вкуснятина. Добавить воды, пожалуйста, будет. Да? Вкусно? Это главное. Никуда. Ой, какой красивый цвет получился в итоге. Коричневый. Неожиданность какая-то. Какая-то неожиданность, да, не цвет прям. А как ты его открыл? У нас еще есть кокос, друзья. Открою легко. Как? У меня же инструмент дома есть. Какой? Молоток, гвоздь. А, саморез. Да, да, ты что, дома открыть? Это ж тебе не где-то на отдыхе. Так, мачете у меня есть. Друзья, стоит кокос дешевле, чем реально на Бали. 50 рублей, представьте себе. $0.50. На Бали, мне кажется, минимум $1 он стоил. Ну что? Ну что, воды добавляем еще? Ну пробуй, не знаю. Густой, да? Густой. Вот, значит, перед вами, друзья, кокос. Как же его открыть? Я только что
насмотрелся в интернете, как это сделать. Оказывается, все очень просто. Ну, для начала нужно, понятное дело, что там он не пустой, поэтому надо оттуда воду слить. Кокосовую, вкусный. Ой, он еще и крошится, гад такой. Смотрите, тут есть, по сути, как бы два глаза и... Ну да, вот так вот. Два глаза и рот. Да, вот напоминает что-то. Говорит, вот этот рот берете, расковыриваете ножичком небольшим. И все, в принципе, сливайте. Это несложно. Сейчас попробую это сделать. Кокосик был пробит, друзья, честно, за одну секунду. То есть настолько что-то там происходят какие-то трансформации. Юля что-то вытворяет там. Такие трансформации происходят, что когда ты на Бали пытаешься открыть кокосик... Там же большой... Это очень... Уже... Ой! Да, ни одной рукой, Юля, я это не сделаю, оказывается. У меня попали крошки сюда. Короче, друзья, берете просто трубочку тоненькую и вставляете сюда. И пьете. А так он... Это вам не на Бали. Не выливается. Так там тоже в трубочку. А так вот это вот выливается, выливается по чуть-чуть из-за того, что вакуум. Вы понимаете. Ну, сейчас я так нацежу. Эй! Ну, что ты делаешь, кокосик? О! Я уже, кстати, его намочил. Знаете, для чего? Потому что вот так вот трясешь, и очень много с него сыпется всякой гадости. А так намочил и получше. Ну, что ты, кокос? Ну, блин, я тут 2 дня и 3 ночи буду делать. Кокос. Надо второе отверстие делать. Что-то первое так легко сделалось, а второе тоже попробовать. Капец. Друзья, настолько горький сок. Я не знаю, что с ним будет кокос. Фу, блин. Надо просто его слить. А что ж там внутри сейчас? Да он горький, он невозможно пить его. Он прям гадостный настолько. Сейчас попробую открою кокос по способу, который видел в интернете. Да не пробую. Да лучше. Не пробую. Шикнул просто, да, кокос? Да, как будто газированный. Да, жесть. Вот он и стоит 50 рублей. Наверное, да. Но надо открыть, все равно попробовать, что там дальше будет. Потом. Да, да. Потом разрешу убраться. Теперь мне нужна Юлина помощь. Давай, Юль, бери телефон, направляем его туда. Только вентилятор выключи, пожалуйста, чтобы не было шумно. Вот. Друзья, делаю над ванной, чтобы просто не трясти. Прочитал в интернете такой способ. Вот так вот надо. Бить по кокосу. Вот. Говорят, 2-3 минуты, и он... И будете мыть ванну. Не, ванну-то понятно, что мыть, поэтому я и над ванной. Нет, только себе помыла. Не, ну это такое. Ну, в общем, это самое. Сейчас вот он когда сколется... О, вот эту гадостную воду сливаю, конечно. Мне даже интересно, она реально расколется или не расколется. Прошла минута. Сейчас 11 ночи, да? Минута прошла? Да. Я тебе скажу, когда 3 будет. Да ладно. Просто такая тупость. Да. Не, ну уже звучок такой меняется на самом деле у него. Я сейчас топор принесу, чувствую. Мне кажется, это испорченный кокос. Может, завтра просто выйдем на улицу, как швырнем. А бетон и расколется у тебя. Что, лайфхаки не работают с интернета, что ли? Mm-mm. Вот тебе лайфхак. Сколько уже? 2 минуты прошло, да? Да. Ну вот. А нет, чуть-чуть еще и появится. А я с другой стороны. О, слышала? Угу. Все, раскололся. Вот, пошел. Так, интернете не врут. Приблизи.
сейчас я. Я просто, честно говоря, ну, я думаю, что это зря я делаю все. Потому что... Что он плохой? Да. Надо было чек оставить. Ашан. Фу. Я, наверное, даже его раскалывать не буду, честно. Что, воняет? Ну, да. Ну, что это за жижа какая-то вообще коричневая? Хочешь, раскали, давай уже. Ты хочешь посмотреть, что там? Ну да. А только... если оно вонять будет, ты выбросишь его, сейчас пойдешь на улицу? Да, выброшу. Серьезно? Да. Хорошо. Конечно. А, брызнуло. Не, ну все, он раскололся на самом деле. Вот он. Давай. Ну, как бы вы поняли. Чувствуешь, да, запах? Ну, как, ну не, пахнет кокосом каким-то странным просто. Ну, он какой-то, видишь, коричневый. Хочешь, тарелочку сделай из него, вот. Угу. Фу. Не, мы как-то покупали, он нормальный был. Да, нормальный был. Вот так вообще не думал, что он такой пропадет. Ну да, он имеет же тоже. На вид жесть, конечно. Срок годности. Короче говоря, написано на нем. Там была этикеточка, написано срок годности 30 дней. Мякоть мягкая, должна. Ну, твердой. Срок уже. Срок годности 30 дней написано, сделано в 2023 году. Я такой думаю, что-то не совпадает. В 2023 году. Ну да, вода уже плохой стала. Но все равно запах кокоса присутствует. Просто не очень приятно. Просто плохого кокоса. Ну, такая вот, извините. Хиромантия получилась. Давай. Может, выкидываем? Разыграем среди подписчиков? Давай. Да нет, ты, конечно, выкидываешь. Давай. Лайфхак. Сработал, честно говоря, у меня теперь дурной такой, знаете, запах. В голове даже. Не во рту, а в голове он теперь стоит. Вот, поэтому... Но главное, что удалось открыть кокос. И неудача такая последовала. Ничего страшного, все будет хорошо. Вот. Тогда не знаю. Ой, жесть. Друзья, на этом буду заканчивать видео. Так прошел у нас день. Достаточно продуктивный был на самом деле. Надеюсь, что завтра будет еще продуктивнее. Как-то так. Всем счастья, всем здоровья, всего самого лучшего. Очень много разных идей насчет видео, если тоже у вас есть интересные, вот точнее, что вам интересно, чтобы я показал, вот скажем так, то обязательно пишите, и постараюсь это сделать. В частности, какие-то запросы уже поступают, там, я все читаю, все смотрю, и думаю, что все получится, скажем так. Вот. Всем счастья, здоровья, самое главное, мира. Пока-пока. Пока.